Но ты подошел к концу наш слет «Журавлиный край». И сейчас мы подойдем, спросим, как настроение, как впечатление у наших гостей. Здравствуйте, доброе утро. Вот подошел слет к концу. Какие у вас эмоции остались? Может, что-то есть, что сказать? Самые замечательные и положительные. Классные мероприятия. Большое спасибо организаторам. Все нравится. Замечательно. Сейчас мы еще подойдем к человеку, спросим также. Здравствуйте. Сегодня подходит к концу наш слет. Может, хотите поделиться какими-то впечатлениями? Хочу, но я не могу с утра делиться впечатлениями. Может, ваши впечатления, мои впечатления вас не вдохновят, и поэтому вы не могли бы подойти к кому-нибудь другому. Хорошо, давайте подойдем к кому-нибудь другому. Не знаю, ну вот как раз есть люди, все сидят здесь на месте, скоро будет закрытие. Здравствуйте. Вот подошел к концу наш слет. Какие у вас впечатления остались после слета? Ну, после слета всегда положительные впечатления, потому что здесь мы встречаемся с друзьями, с которыми живем в разных городах. Поэтому слет – это очень хорошая возможность нам встретиться, обняться, попеть общие песни. Очень красивое место здесь у вас нравится. И, как и в прошлом году, хочу отметить шикарную работу вашего звукорежиссера. Мы в восторге, как в прошлом году были, так и в этом. Молодцы, спасибо большое. Спасибо и вам тоже. Ну, мы пока прикрываем сбор интервью. Хотя нет, а давайте возьмем интервью у начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, у Занька Аллы Васильевны. Здравствуйте! Вот подходит к концу слет. Какие у вас впечатления как организатора? Впечатления самые хорошие, потому что, наверное, есть где-то какие-то и ошибки, есть какие-то и очень хорошие моменты. И вот когда ходила, общалась и с бардами, и с караванерами, они говорят, мы восхищены и организацией, мы рады то, что сюда попали. И вот говорят, что в следующем году они снова собираются все сюда приехать. И мы их будем рады видеть у себя. Спасибо большое. Дорогие друзья, незаметно прошли 2 дня. Но не настолько нас всех с вами сблизили. Очень приятно то, что всегда вот в таких вот встречах находишь новых друзей. Очень приятно то, что вот ходишь, общаешься и берешь для себя столько много нового. Поэтому я хочу вам всем сказать огромное спасибо, что вы нашли время, что вы приехали именно к нам в Ганцевичи со всех уголков нашей Белоруссии, что вы... Может быть, даже так я скажу, для себя это больше, поделились опытом своим, где-то какие-то были ошибки, вы у нас уж простите, в следующем году мы обязательно их исправим, эти ошибки, но в основном это море положительных эмоций, и это радует, это приятно. Уже традиционным стало, я еще раз сегодня повторю, что именно последние выходные июля каждый год у нас слет будет проходить здесь, в Ганцевичах. Поэтому я надеюсь, я знаю, что вы в следующем году все снова приедете к нам. Обязательно мы вас будем ждать. Я вас всех запомнила. И надеюсь, особенно те, которые сейчас сидят, надеюсь на то, что мы в следующем году снова обязательно с вами встретимся. Но что хочу вам пожелать? Я вам в первую очередь хочу пожелать здоровья, удачи, счастья. И чтобы все ваши мечты, все ваши желания и все ваши идеи обязательно сбылись. До новых встреч! Музыкально-спортивный слет подарил нам возможность встретиться с целой плеядой талантливых, неординарных исполнителей бардовской песни. С гитарой по кругу шла беседа, длился разговор, переходя из песни в песню. И мы надеемся, что этот разговор с песней состоится и в следующем году. Ну а сейчас я к микрофону приглашаю Костюковича Игоря Станиславовича. Любой, да. Добрый день всем караванерам, бардам. Значит, нам очень понравилось со стороны белорусских караванеров, я представляю зампредседателя клуба. Нам очень понравилось. Мы участвуем уже второй раз
Я думаю, что это будет и третий, и четвертый, и пятый, и десятый раз. Вот. Со стороны караванеров могу выразить благодарность организаторам, благодарность бардам. Было очень тепло здесь, очень по-домашнему, очень уютно. Всем всего хватило, и воды, и электричества, и песен, и тепла. Большое спасибо организаторам. Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье с ним в доме одном, доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье с ним в доме одном. Если в дороге он уставал, то неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою. Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно, даже не стулья за столом. Это не дом, это не дом. Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно, даже не стулья за столом. Это не дом. Дом это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселиться счастье с ним в доме одном, в доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселиться счастье с ним в доме одном. Пусть у каждого будет дом. И в заключение нашего замечательного праздника, нашей встречи, мы исполним песню про улыбку. Автор песни Светлана Жук. Кто поможет разобраться, почему так часто люди ходят с грустными глазами и повесившим носы? Почему боятся люди всем навстречу улыбаться, просто счастьем наслаждаться, невзирая на часы? Хватит злиться, раздражаться, обижаться на судьбу. Начинайте улыбаться, просыпаясь поутру. Вы нахмурьте ваши брови и согните ваши плечи. И смотрите из-под лобья, озираясь на людей. И дождетесь очень скоро ухудшения здоровья. Обретете вы угрюмость, потеряете друзей. Хватит злиться, раздражаться, обижаться на судьбу. Начинайте улыбаться, просыпаясь поутру. А теперь расправьте плечи, подбородок поднимите и улыбкой озарите ваше дивное чело. И мечте своей навстречу вашу душу распахните и поймете непременно, как вам с жизнью повезло. Хватит злиться, раздражаться, обижаться на судьбу. Начинайте улыбаться, просыпаясь поутру. Хватит злиться, раздражаться, обижаться на судьбу. Начинайте с добрым сердцем этой жизни наслаждаться и друг другу улыбаться, просыпаясь поутру. Браво! С
засыпаю тоже. А то я могу в другую спасибо. Еще одну! Напис! Молодцы! Еще одну! Больше нету! Врете! Давай! Среди стада овец на зеленом лугу две овечки паслись озорные, и я про них рассказать вам сегодня могу, ведь овцы совсем непростые. Среди белых овец выделялись они цветом шерсти, а впрочем, не это было важно. У наших овечек мечты голубого небесного цвета. Облаками хотели овечки те стать, чтоб вдвоем непременно и вместе в синем небе над лугом легко пролетать, распевая под музыку песни, чтобы ветер их в страны далекие гнал, чтоб над миром их песня звучала, чтобы весь большой луг об овечках узнал. Но хотя б скотный двор для начала светлячком называлась овечка одна, незабудкой же звалась вторая. Может, вам была песня овечек слышна в тишине где-то там за сараем? И не важно, что стадо не сможет понять, для чего эти овцы мечтают, чтоб счастливыми быть овцам нужно мечтать, что когда-то они полетают. Мечты сбываются. Газпром. Дорогие друзья, «Слет журавлиный край» успешно продолжит свою творческую летопись в новых встречах, в новых песнях и в новых впечатлениях. Мы желаем всем удачи, ярких событий и до новых встреч на Ганцевичской земле в 2016 году.